Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки Разбивашки. И сегодня мы снова поиграем в игру «Том за золотом». Ребята, сегодня мы проведем финал между Джинджером и Беном. А я, ребята, вам напомню. В предыдущей серии у нас были соревнования между Джинджером, Беном и кошечкой Анжелой. И между Джинджером и Беном у нас, ребята, получилась ничья. И сегодня мы между ними проводим финал. Очень интересно, кто же сегодня победит, Джинджер или Бен? Кстати, ребята, и для вас у нас сегодня тоже есть задание. Напишите нам в комментариях, сколько раз на экране сегодня вы увидите желейного Валерку. И, ребята, не забывайте голосовать в комментариях за своего любимого героя. И если сегодня вы голосуете за котика Джинджера, то ставьте лайк и пишите в комментариях слово «Джинджер». А если вы решили отдать свой голос за Бена, то тоже, ребята, ставьте обязательно лайк и пишите в комментариях слово «Бен». И, ребята, в наших сегодняшних соревнованиях победит тот участник, который больше всего раз подберет самолетики. Ребята, а каким героем в этой игре любите играть вы? Котиком Джинджером или песиком Беном? Напишите нам в комментариях. Отлично, тоннель у нашего песика Бена и тоннель у нашего Джинджера. И наш Бен, ребята, в гостях у котика Джинджера, а Джинджер в гостях у неоновой кошечки Анжелы. Ребята, посмотрите, как у Анжелы здесь красиво. Здесь много красивых неоновых вывесок. А вот и магнитик подбирает наш песик Бен. И магнит я впереди вижу у котика Джинджера. Отлично, а вот и второй. И Джинджеру удалось подобрать два магнита. Ребята, вот первый самолет у нашего Бена. Отлично. Итак, наш Бен лидирует. Давай, Джинджер, поднажми немного. Тоннель у Джинджера, и он в гостях у морозного котика Тома. Ого, ребята, посмотрите, какая здесь холодная зима у нашего Тома. А вот и защитный шлем. Теперь нашему Джинджеру не страшны ни опасности, ни преграды. А вот и наш воришка-енотик. И один динамит удалось подобрать Джинджеру. Магнит у нашего Бена. Отлично. Ну где же наши самолетики? Ребята, а вы уже подписались на наш канал? Если еще нет, то обязательно подписывайтесь. На нашем канале вы найдете много интересных видео про котиков и про кошечек. И много-много других интересных видео. Ребята, посмотрите, наш Джинджер решил забежать в гости к гавайскому песику Хэнку. Ребята, а вам нравится гавайский остров Хэнка? Если нравится, ставьте лайк. О, ребята, наш Бен врезался. Давайте его поскорее попробуем спасти и дать ему еще один шанс. Бен, будь осторожен. Отлично, ребята. И у Бена второй самолетик. Да, по-моему, у нашего котика Джинджера сегодня не самый лучший день. Что-то ему сегодня совсем не везет.
Ребята, а я вам хочу напомнить, у нас открыта рубрика «Передай привет». И если вы хотите услышать привет от нашего канала, то пишите в комментариях свою фамилию и имя, и мы обязательно передадим вам свой приветик. О, ребята, ну вот, наш Бен врезался. И у нашего Джинджера появилась возможность выиграть сегодняшнее соревнование. Посмотрим, получится ли выиграть нашему котику. Так, у Джинджера тоннель, а вот и защитный шлем. И наш Джинджер в гостях у Бена. Воришка-енотик и еще один динамит у нашего Джинджера. Да, ребята, если бы сегодня мы проводили соревнования по очкам, то наш Джинджер бы выиграл. А у нас сегодня соревнования по самолетикам. И я смотрю, что-то Джинджеру вообще не везет сегодня. Но посмотрим, может быть, все-таки удастся котику подобрать самолетики. И наш Джинджер снова в гостях у морозного котика Тома. Кстати, ребята, а какая у вас самая любимая трасса в этой игре? Напишите в комментариях. Ой-ой, ребята, ну вот, нашего Джинджера сбил огромный снежный ком. Ну что, ребята, будем подводить итоги нашего сегодняшнего финала. Итак, нашему Джинджеру сегодня не удалось подобрать ни одного самолетика, к огромному сожалению. А нашему Бену удалось подобрать 2 самолета. И, ребята, сегодняшним победителем нашего финала становится песик Бен. И мы его поздравляем с победой. Ну а на сегодня, ребята, у нас все. А вы пишите нам свои комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписаться на наш канал. Мы всегда рады новым друзьям. Всем пока-пока!